Приветствую любителей стратегии, шагающих боевых машин. В эфире инженерный подход, канал Фигакс. Все как обычно, да? Ну что, продолжаем гонять в Рок-Тех. Все еще сообщество, все еще свидетели Кёльна. И мы пока что на пути исхода возвращаемся в внутреннюю сферу. Потихоньку, медленно. Ну как, я бы не сказал, что медленно, но уверенно и неторопливо накатываем на восточную часть. О, пожалуйста. Мы вот спать я уходил, были вот тут, и за ночь пацаны уж вот сюда пробились до 79-го джамп-поинта. Где-то вот тут вот к нам навстречу топает Фигинг своей 41-й теневой дивизии. Ну, что я могу сказать? Удачи ему. На стримах на Твиче можете наблюдать, как он это делает. Бывает там очень-очень круто и весело. Собственно, что, дойдем до сюда, через Куриту аккуратненько пройдем краешками-краешками огородами, и вот здесь вот будем формировать свое сообщество. Хотя тут давионы навстречу двинулись, ну тут сколько, 4-5 банд. Шестая на подходе, Stop Friendly Fire. Хорошее название. Непонятно, что будут делать Дельфи, непонятно, чем будет заниматься Outworld, но мы в любом случае вот эти свободные места займем, а дальше разберемся. Как говорится, война план покажет, пока что войны нет. Тут у нас прям что-то очень много Queen Black Fox, ты-то здесь что забыл, блин, Ватага с Урала. Ребят, вы не туда воюете, первый испытательный полк. Я могу понять тех, кто недавно к нам в Дискорде в нашу банду влился и кто не знал, что нужно воевать сюда. Но, блин, если вы даже видосы смотрите, ну, не надо в эту сторону воевать. У нас отсюда пойдут медведи, волки, гадюки, там кто-то еще, по-моему, Сноурейвен. У Сноурейвены хотели слева проходить, а по центру пойдут другие кланеры. У нас с ними... Ну, официальных никаких соглашений нет, но мы на правах, так сказать, взаимоуважения спокойненько помогаем друг другу пройти по вот этому пути исхода. Не толкаемся, не бодаемся и друг с другом мы не конфликтуем. Коридор узенький, всем хочется внутрь сферы попасть, принести клан тех туда, так сказать. Ну и, конечно же, идеалы Керенского. У нас, у безумных ученых, немножко другие цели, но мы о них пока никому ничего не скажем. Но это не точно. В общем, ладно, что у нас тут творится? 82-й джамп-поинт. В кафетерии я нашел чувака с позывным Cockroach. Здесь же у нас есть мастер кукол и Тик. Тик-герой, кто смотрел, ставьте лайк. Вот этот Cockroach мне прям нравится по квиркам, да и раскачан неплохо. Клац, максимальное уклонение есть. Правда, он может выпрыгнуть, если его уронить на пол, но... Как бы любой мехвоид может выпрыгнуть, если его уронить на пол. Бывший военный, у него бонусное здоровье, минус отдача и плюс один точность прицельного выстрела. Это тоже важно. Спейсер снижает содержание апгрейда Фарго и стоимость на 5%. Ну вот единственный минус, что он криминал. И, естественно, стоит он, да, видите, 70 тысяч. И каждый месяц я за него 42,5 буду отдавать. Но, блин, чувачок стоящий, его прям хочется сразу в бой бросай. Немножко тактики ему вкачать, пайлотинг там до ума довести, и все будет хорошо. Хардкейс, ну, может быть, и хорошо... Минус 10 урона стабильности. Бандит ему точно пригодится. Хотя я бы ему взял другой пассивный перк в ганнере и вместо хардкейса все-таки тактику качнул. Но это все поправимо. Его за полляма можно переобучить, как и любого другого мехвоина. В общем, давай я тебя найму. Добро пожаловать в банду. Собственно, сразу давай мы тебя... переименуем. Звать тебя будут Андрей, потому что так было сказано. Про фамилию речи не шло. Андрей Мелендес, позывной Смоук.
Очередь настала, так сказать. Добро пожаловать в банду. Только, да, это не they, это просто he. Нам вот этого вот всего не нужно. Так, отлично. Андрей Менендес, опыта нет, тактику вкачаем ему. Гацы, это хорошо, крепкий парень. Переписать биографию не могу, тут что-то пишут про ауриганского обывателя, но, конечно же, на самом деле, как просил наш подписчик, парень любитель тяжиков, воевал, попал в плен к гостбирам, мы его, можно сказать, спасли от этого дела, но мы его не из плена доставали, кстати, у нас коек 8 из 8, все занято. Я думаю, это ненадолго. Либо кто-нибудь помрет, либо мы расширим Марго. Тем более жилой отсек. У меня сейчас прям вот в приоритете стоит его апгрейд. Бета-под. Еще плюс 8 мехвоинов сможем нанять. Так как мы долго и мучительно летим через каменюки, пришлось в первую очередь апгрейдить движки корабля, два мехбэя работают, третий пока не нужен. Чё мог, улучшил в рекреации. Медбэй бы еще апнуть, но до него тоже дело дойдет. В прошлой серии Insidious очень сильно и больно получил по голове. Там 144 дня у него было в лазарете. Пока он болел, какой-то ивент случился, там бывает, знаете, когда кто-то раненый, он может получить еще одну или две вунды внезапно. Каким-то чудом нам удалось сохранить ему жизнь, но он тогда еще на 144 дня выпал. В общем, много дней уже прошло, тут перелет между соседними системами 50 дней занимает. Так что два прыжка, считай, чувак отдохнул, полежал прям вообще полноценно. Insidious уже где-то полгода, наверное, валяется на койке. Еще 20 дней, может быть, он все-таки к нам вернется. Так, у меня тут текущий ремонт. Дервиш в строю, неплохо себя показывает. Сейчас закончится работа над ним, и я покажу, что я с ним сделал. Потому что мне удалось полутать кое-что вкусненькое для него. Пантера, Клин, все дела. Ну, а пока туды-сюды, я вам демонстрирую... Так, ну, во-первых, Маки. Я его обозвал дедулей. Мехвоин, который будет играть, воевать на этом Маке, я ему все-таки озвучку сменю на того деда зачетнейшего. Биг Мак. Здесь у него эмблема Звездной Лиги, все как надо. Голова, как у... Как шлем скафандра обычного, космического, современного. Я его еще не фитил, тут 60, ну, броню чуть-чуть подогнал, и, в принципе, все. 66 тонн свободного веса, ядро надо сюда сувать, причем какое-нибудь тяжелое, 330. Маловато, 3.5 это все цели его, его будут вообще все подряд фокусить, нафиг надо. По слотам 3 лазерных, ну 3 энерго, не лазерных, да. Лазеры и пипцы это все энерго, плазма тоже это энерго, слот. Огнеметы всякие. И один баллистический. Можно сюда хорошего вооружения напхать, но пока у меня денег нет, полноценный 100-тонник зафитить. Да и как-то, не знаю, страшновато. А вот... Тот самый энфорсер, о котором я вам говорил, я наконец-то нашел кусочек, недостающую деталь, и собрал энфорсер 3.7X Muse Compact. Я не знаю, что за Muse Compact, это что-то типа легендарного меха, видимо. У него по умолчанию стояло два бинарника в руках, и, судя по всему, это все, что у него было. Бинарный лазер — это редкостная гадость. У него на 50% увеличен шанс крита. Это очень хорошо. У него 75 дамажки в точку. Тепло 48. Дальность 720. 9 тонн эта скотина весит. У нее падение до 55% от максимального значения. И урон у нее плюс-минус 15 варьируется. То есть от 90 до 60. Очень горячая штука. Бьет, не сказать, что прям капец как точно. Очень долгая у него именно анимация стрельбы. Ну, такое.
Раньше, я могу ошибаться, но, по-моему, раньше бинарники имели не просто шанс крита повышенный сам по себе, а именно крита сквозь броню. Они какую-то часть урона вносили в структуру напрямик. Вот это вот делало их имбой. Сейчас у них это отключено. Либо это не бинарники, я могу их путать с чем-то другим, потому что разных таких хитрых лазеров довольно-таки много. Сажать бинарники в энфорсеры я не буду, естественно. Сейчас он, видите, абсолютно голенький. Я вот что думаю, какой у меня план на сегодняшнюю серию. Я вот сейчас соберу этого энфорсера. Не на запись покатаю, промотаю время. Нам все равно лететь еще далеко. Возможно, он как раз успеет зафититься. И воюем именно энфорсером. Заодно дервиша покажу и... кому-нибудь там голову оторвем. У нас, скорее всего, будет два черепа полноценных, потому что энфорсер это 50 тонн. Я его собираюсь использовать вместо пантеры. Потому что, как показала практика, пантера в на Луне и на Марсе стреляет через ход своим ерлорджом. Ну, максимум она может два хода подряд альфить, но прям уходит в лютый перегрев. Это негативно сказывается на нашей огневой мощи, поэтому пантерка отдохнет. На склад убирать пока не буду, ее можно апгрейдить, там еще экселевский движок можно засунуть. Посмотрим. Что с энфорсером делать? Можно в лазеры его вооружить. Но, опять же, горячие биомы. Луна, Марс, мы еще долго будем по ним ползать, и поэтому я предлагаю сюда засунуть баллистику. Сделаем акцент мы на баллистику. Ракетный слот в центре торса вообще ни о чем. Много вспомогательных. Ну как, немного, всего два, но они достаточно удобно расположены. Лазеры в руках, лазер в полуторсе. Блин, что же я их лазерами называю? Энергослоты. Все, запомни, энергослот. Ядро. Ядро. В общем, баллистика в руке. Влево это будет 20-я ультра, та самая. Сразу патроны от нее надо положить куда-нибудь. Вот, блин, напрашивается сюда в другой полуторс их убрать. Но у меня кейса нет. И я задумался, куда мне положить эти патроны, пока нет кейса. Либо я их использую в полуторсах и теряю меха при подрыве. Но я в любом случае постараюсь избежать подрыва. Подрыв патронов к ультре — это в любом случае минус энфорсер. Даже с кейсом. Ну, ладно, давайте я пока в ноги положу. Это, конечно, чревато, ногам тоже достается, но ноги сейчас более бронированы, чем полуторсы. При текущем разбросе брони, естественно, я ее переиграю. Но, в принципе, мне ничего не мешает ноги укрепить лучше, чем полуторсы, и вот это вот все. Ну, либо их перекинуть сюда все-таки. Ладно, черт с ним, пусть тут лежат. Экселевский движок. Да, скорее всего, я буду устанавливать его. Но, как я уже говорил, подрыв боеприпасов без кейса — это 100% минус мех. В любом случае, что в ноге, что в полуторсе, хоть где. Просто если это будет в полуторсе и будет экселевский движок стоять, то весь урон пойдет в центр торса, вот сюда вот, в основной движок. И, скорее всего, мы даже не сможем восстановить этого меха на арго. Так что это будет Alt F4, видимо. Блин, по умолчанию у него, по-моему, 250-е ядро было. Оно давало ему вполне годное перемещение. 210-е дает 4.6, мне это не нравится, учитывая 20-ю ультру. Вот 5.8 гораздо приятнее. 20-я ультра короткая, 480 метров максималка. У нее лютая отдача на полной, так сказать, раскрутке. При двойном выстреле 30% шанс клина. То есть это практически гарантированно она будет клинить при двойном выстреле. Но нам ничего не мешает
забежать, например, в спину противника или даже в лицо куда-нибудь, в упор к нему подбежать, дать ему дуплет. Два по 100 это как бы не шуточки, да, pinpoint damage, сотня в одноклассника, если он будет стрелять, 2 по 100, он может оторвать руку, ну, как бы в руке суммарно 120, 80 броня, 40, да, но это 50-тонник. То есть 50-тонник с дуплета должен улетать, либо оставаться калекой прям вот вообще гарантированно, только попади. 200 дамажки, только если вот эти две сотни в центр торса зайдет, он может каким-то чудом выжить. И то высок шанс, что там что-то кританется. Но. То есть вышли, дали дуплет, потом стоим, отдыхаем, пережидаем клин оружия, пережидаем отдачу и снова бежим в атаку. Чтобы бежать, нужен хороший, нужен движок мощный. Ядро хорошее нужно. Не хочу задирать стоимость, поставлю сфероидный Excel. Хотя тут и так у нас будет довольно-таки дорогой мех. Но 2 ляма делают разницу. По этой же причине кладу сфероидные хитсинки. Радикал по ДХС у меня 2 уже штуки. Ну, один с безумного кролика. Я его убрал на склад, потому что... Ну, сколько можно, блин, он... Его дервиш заменил не то чтобы... Это чуть более чем полностью. Дервишем я очень доволен. И, соответственно, кролика использовать не вижу смысла никакого. Дополнительных хитсинков никаких нет. Ровно 10, потому что 265 ядро. Что еще? У меня нет никаких апперрекойлов и прочих актуаторов. Когти. Можно было бы сюда поставить когти. У меха Quirk Barrel Fist, он добавляет точность мурокопашным панчам. Когти тоже дают, дополнительную дают атаку панчом, и урон увеличивают, и стабильность увеличивают. Все дают, причем как физикал, так и панч они наращивают, да? Но снижает точность физикал, а вот панчом очень даже норм. Весят они 1,5 тонны, как я понял. Что? Only lower in right arm. А, у него нет хенда. Хенда-то нету. Амнипод, соответственно, не лезет, потому что это не омник. И да, коготки мы здесь использовать не сможем. А вот это мы сможем использовать. Lower Melee Punch. Плюс 2 точность панча. И плюс 15% повышенный урон панча. Мехбэй это хреново считает, но пишут, что 63 урон стабильности. Не знаю, не знаю. Рукопашный 225. Если мы вот это выкинем, то у нас будет 25 урона всего. Не знаю, есть ли смысл это здесь использовать, я пока не буду. Это не критично. У меня есть чудесная штука, Cockpit Hot Seat. Идеально подходит для мехов, которые бегают. Это включаемый горячий стул. Сопротивление ранениям, дает гацы, дает больше армора в голову на пятюню. Вкл-выкл в рукопашную, на 60 метров увеличивает дистанцию ходьбы, в 1,5 раза выше рукопашный урон, но дает тепло. С теплом проблем нет, ультра греется изрядно, но у нас 60 рассеивания тепла, с дуплета 44 тепла генерим. Со включенным хот-ситом это будет еще плюс 30. 74 тепла. На марсианском биоме или на лунном это будет прям вообще очень горячо. Но я думаю, мы с этим что-нибудь придумаем. У нас хит-левел 42. Ну, короче, мы в перегрев уйдем с одного забега, но можем потом спокойненько остыть, все нормально. Главное не переусердствовать с хот-ситом, потому что при низком пайлотинге он дает крит в двигло. Или куда он дает крит?
Подожди. Center tone. Critical hit to location. Центр торс фейлор. Центр торса идет. Крит. Чуть ли не рандомный. Так, что ему дать? Пиратский FCS или Advanced Target FCS флаг? Минус один рекойла. Шанс крита плюс 20%. И игнор пипок, одной пипки уклонения. Ну, как бы сам Бог велел, да? Здесь что? Сенсор трекер нам не подходит. Сенсор снайпер. Давай поставим сенсор снайпер. Обязательно нужна пробка. Или, ну, хотя пробка как раз-таки не так критично нужна. Guardian и CM обязательно, must have. Насчет пробки не уверен. Жироскоп у нас и Gear Defense плюсовый. С кролика я его снял. Он нам даст дополнительную защиту. Это очень важно. Насчет стабилити, да, можно было бы хэви гироскоп поставить, но не стал я этого делать. Эндосталь, не знаю, нужна, нет. В любом случае, нужно максимум брони сюда. Полтинник в спине, потому что мы будем бежать close. 65 в спине, вот так вот брони, прям максимально я хочу видеть. И чего не хватает? Тонну 625 не хватает каких-нибудь ништячков. Можно лазерами разбавить это дело. Можно докинуть, кстати, СРМ 6 стриковый. Слушай, а чё бы нет? Шестые стрики в ближнем бою могут пригодиться. Просто always on, как говорится, всегда включенные, и спокойненько бегаем, стреляем, получаем хороший бонусный урон по врагу. С нагревом, конечно, да, у нас тут получается не очень, но мы можем накинуть. А, слоты кончились. Очень жаль. Спаллайнер, слушай. Перевес. Спаллайнер дает нам перевес. То есть это нужно выкидывать стрики тогда. Спаллайнер дает нам иммунитет к критам сквозь структуру. На 10% снижает урон, все такое. Именно чисто танкующая такая бронька. Она увеличивает вес армора. 6-шипованная броня слишком тяжелая. Она прям просто... Она капец какая тяжелая. Я не готов ее здесь использовать. Можно Gear XL положить, но не хочу. Композиты я не полутал. Что делать, что делать? Либо так оставить. Но я хотел бы сюда еще воткнуть тагер. 1,5 тонны весит тагер. Дает нам... Ну, таги и цели, бонус точности, все дела. У меня, в принципе, на пантере таг стоит, который весит 1 тонну. Он чуть слабее, он, по-моему, плюс 1 к точности стрельбы по цели дает, здесь плюс 2 точности. Блин. Нет, тагер нужен. Тагер нам нужен, потому что пантеру я уберу в сторону, в резерв, и инфорсер будет тагать цели вместо пантеры. Это во-первых. А во-вторых, ну, нам реально нужен... Этот тагер будет полезен, и с одной единственной ультрой бегать как-то не варик. Ну чё, либо стрики выкидывать, либо использовать клановые первого окна. Лям 600, денег хватает, в принципе. Я сейчас еще могу контрактик здесь пильнуть быстренько на бабло, слетать на другую планету, и как раз я вам покажу, что из этого получилось. Кейс обыкновенный, православный, так сказать, беспонтовый самый. Он всего лишь навсего предотвращает взрыв, переход взрыва боеприпасов в центр торса. Это не есть хорошо. Ну, вот так вот я могу сделать. Хотя
можно схитрить, использовать бонус ход сита к броне и снять с головы 2 единицы. Получается вот такая вот штука. То есть на пантере тоже там 4 стрики, обычный таг и ярлардж. Здесь слегка про другое мех, он тоже тагает, у него тоже есть стрики. Но он выдает 2 по 100 пинпоинт дэмэджа, он забегает в упор и ломает лицо в наглую. И при необходимости может в процессе остывания еще и кулачком прописать по лицу. Что очень-очень радует. 19 дней всего лишь будут вестись работы. Вот такой вот у нас Enforcer. Мьюз Компакт. Мне не нравится это длинное название. Давайте я, наверное, вот так вот оставлю. Confirm, все дела. Посмотрим, что из этого получится. Пантерка в резерв пока что. Маки... полный фит Маки будет стоить, наверное, ляма 4 мне. Поэтому я не тороплюсь с этим делом. Лям 335. Мы можем, по идее, сразу рвануть вот сюда. 75 тысяч, 43 дня. 43 дня это ровно один ежемесячный отчет. 634 тысячи. Да, нормально, меня все устраивает. Ну что, тогда сразу полетели сходу и там уже кому-нибудь сломаем лицо новеньким энфорсером. Мы... Для вас это вообще незаметно пролетит. Ну а я быстренько это дело сейчас промотаю. Так, прибыли мы на джампоинт 79. Сейчас будем пробивать, захватывать планету. На последних крохах, на последних грошах банкротство неизбежно. Но на самом деле это не так. Я легко могу из мехбэя что-нибудь продать. Я могу легко загрузить сейф после последнего финансового отчета. Это вам не Iron Man, все нормально. По пути Smoke лишился черты клац. Был ивент, там можно было 100 тысяч отдать. И он бы, типа, он получает хорошее настроение, лишается вот этой вот черты своей. Квирка, не знаю, хорошо это или плохо, но я с него снял клаца. Теперь у него не будет бонуса к максимальному уклонению, зато будет у него... Феникс подъехала. Она у меня катает на дервише. Ей нужен кластеринг ролл улучшенный, поэтому бандит. Максимум эвейжена мы в любом случае через пайлотинг можем выкачить, а повышенный шанс катапультирования пилота при его нокдауне, это, конечно, неприятно. Как видите, я немножечко перки еще тут подраскидывал. Инсидиус выздоровел. Его нужно будет переобучить в марксмана какого-нибудь. Аширу получил, раскачался до второго перка. Хотя я, наверное... Что у нас? Аширу на транспорте катает? Я ему хочу дать какую-нибудь хорошую машинку, быструю. Потому что другие машинки долго не живут, как правило. Ну, либо у них должно быть брони, как у какого-нибудь Шилтрона. Не Шилтрона, а Алакорн. Алакорн и Демолишер, вот они могут прожить, протанковать что-то. А все остальные должны быстро бегать. Поэтому Аширу получает дополнительные пипки уклонения. Пентахо. Давай я тебе, наверное... Так, тише надам. Стандартно, стабильно. И фокус фаер, да. Все верно. Смоук у нас отсутствует. У него вот такая вот раскачка. 1290 опыта успел натренировать. Пока не буду его вкачивать. Тинкер у нас катает на пушке. Давай я ей стрельбу тоже подниму. Ямансю, а что у тебя плохое настроение? А, ну что-то еще было, да, они подрались, Аширу и Ямансю между собой там что-то выясняли. А, во что качать тебя? Пока оставлю, пока не буду трогать, нужно будет подумать, прикинуть, куда у меня вообще повернется дальнейшее развитие, как пойдет. Там видно будет.
контракты еще не генерил. Давайте посмотрим, что в мехбэе творится. Ну, Икарус с прошлой серии не менялся абсолютно никак. Вот он также и сидит. 4 Ермеда, пробки, ультра 10, все хорошо. Никак мне не удается налутать оптику. Даже тупо не видел ее ни у кого, чисто физически. Возможно, сейчас это появится на более высоких сложностях. А это Дервиш. Я из него выкинул ММЛ-ки, дал 2 клановых 15-х ЛРМа, дал Елрм Extended Лурму, который, да, действительно, у нее имеется увеличение урона с дистанцией. Итого 45 ракет, 2 пачки Артемисов, пачка Тандеров, пачка Лисенкиллов, потому что Артемисов больше нет, и, ну и индиректом Лисенкиллами стрелять гораздо точнее. И полтонны Deadfire чисто на сдачу осталось. Нова CEVS, Sensor Missile Range, пиратский FCS, который дает точность, игнор уклонение, но дает при этом, добавляет отдачу у оружия. Что поделать? BC Artemis, конечно же, он еще тоже дополнительный игнор пипки уклонения дает с ракетным вооружением. И БЦ кластеринг, сами знаете для чего. Вот такие вот дела. Можно дать Excel-ный движок, получить еще 6 тонн и, ну, естественно, нарастить броню и с этих 6 тонн накинуть еще более мощные какие-нибудь ракеты. Но у меня их пока тупо нет. 2 двадцатки, такое себе. 2 стрелы. Ну, в теории 30 тонн. Нет, я сюда не запихну 2 стрелы, поэтому вот так. К тому же это сфероидные, они капец тяжелые, ну их нафиг. Глинтяра у нас вообще самый стабильный мех изо всех. Но, блин, ему бы сенсора. Сенсор-трекер ему не нужен, на самом деле. Извлечь из него пользу будет трудно. Можно вот как Питас ЛДФ кинуть. Еще что-нибудь. Но он и так нормально себя чувствует. Зачем ломать то, что хорошо работает? Здесь есть... Можно дать сюда Excel-ный движок. Можно гироскоп заменить на другой. Тот же Excel сюда воткнуть. Армор клановый уже. Эндосталь клановая. Блин, ее бы заменить на сфероидную, кстати. Удешевить его, так сказать. Причем очень заметно удешевить. Ну... Пока я в это дело не лезу. Ну и, собственно, Enforcer. Все с ним нормально. Вот так он теперь выглядит. А, у него, короче, Тагер выглядит как АМС-ка. Что здесь еще? Огромная пуха в левой руке. И все. Больше ничего не поменялось. Левую руку будешь беречь. Да и вообще левый свой борт. Прям вот как зеницу ока. Как раз таки правой стороной можно танчить. Все нормально. Вот такой вот Мьюз компакт у нас получился. У Пантерки, по-моему, я ничего там изменений не вносил. Четвертый стрик. Таг дает, да, вот плюс 1 точности дает. Но он зато плюс 5 к сенсорам. К определению противника сенсорами он дает плюс 7, а Тагер дает плюс 5. Вот разница между ними. Вот сенсор снайпер, ну, можно отсюда что-нибудь выдернуть, но пока нет резона. Так, а тут Battle Comp я не стал ставить, да? FCS флаг. Ну, флаг выглядит гораздо выгоднее. Потому что у меня есть батл-компы, вон трекинг, пожалуйста, те же криты, они могут помочь. Хит может пригодиться. Но был бы BC Recoil или BC Ballistics, я бы еще задумался о использовании этих вот компов наведения. Я бы выкинул пробку, выкинул бы, может быть, даже тагер, но это не точно. Ну, что-нибудь придумал бы, в общем. Потому что это бы хорошо раскачивало точность ультры. Ну а так, имеем, что имеем. Ну чё, пошли посмотрим, кого можно убить. Кого можно убить? Есть приоритетка на 2,5. Чё-то мне страшно туда идти.
Planetary Government, Direct Challenge Against Our Comp. А, вы в батчел, да, хотите мне тут предложить? Но мы не то чтобы совсем кланеры, поэтому мы отвергаем ваш батчел. Идите в душ. А еще и Handsome Thief Broadcast Rights. То есть это чуть ли не двойная дуэль может даже внезапно оказаться, но это не точно. Обычно тут об этом сразу сообщают. Это просто показушный баттль. Я что-то не хочу туда топать. Обычные батлы имеют всего лишь половину, коэффициент 0,5 при расчете влияния, к сожалению. Поэтому я лучше пойду либо вот на рекавери двухчерепной на марсианском биоме. Но нам надо деньжат поднять. А деньжатки платят на ассасинейт. Блэкаут за лям. Бла-бла-бла-бла-бла. Не, ну а чё, а давай. Вот так вот сделаем. Немножечко деньжат. Лут чисто символический. Ну, надо слегка поднять свое финансовое положение, поправить. Можно в фулл лут пойти. У пиратов бывает дорогая снаряга, а бывает, что ее и нет. Либо она ломается по ходу боя, и ты остаешься реально там с копеечным каким-то прибытком, с копеечной прибылью. Поэтому я на всякий случай пойду в бабло. Итак, пантерка отдыхает. Пентаху, наверное, тоже отдыхает. Идет у нас инфорсер сюда. И давайте подумаем. Да, Лэнс двухчерепной у нас становится. Как я и ожидал. И кто пойдет? Инсидиус? Пока что он самый рукопашный из всех, получается. Пентаха именно про стрельбу. Вот Инсидиусу надо так же, как Пентаха, будет переобучить. Ямансю, возможно, в рукопашку как раз-таки отправлю. Смоук любит тяжей, тоже парень крепкий. Можно будет его в какую... Но он скорее пойдет в меха, который бы вот вместо Икаруса работал, либо, ну, выполнял бы такую же роль, как Икарус. То есть такой прям боец передовой, но не рукопашник именно. А он именно дамагер получается. И при необходимости может немножечко тоже потерпеть. Как-то так я это все вижу. Как всегда, тинкер на кушечке. Ну ладно, поехали на блэкаут. Возможно, это будет долго. И вот так вот выглядит каждый бой сейчас. Либо серая темная луна, либо какой-нибудь запыленный, зачумленный Марс. Очень горячо, очень плохо. Так, Investigate Biolab. Это как раз наша отрасль. Биолаборатории, генетика и вот это вот все. На блэкаутах нас сразу высаживают на заранее оговоренное место. Это, можно сказать, сценарная карта. Не карт, контракт. Сюда нужно подвести двух юнитов. Я вижу здесь турельки. И сейчас может рандомно произойти что угодно. Либо турельки активируются будут против меня, либо они будут союзными. И на нас дропнут какую-нибудь гадость, еще и минами засыпят. Поэтому на всякий случай я отбегу подальше. Дервишем тоже. Калентяра... Дуй сюда, Инсидиус на инфорсере может подойти поближе. Бежит на 4. Мне нравится. Шанс фейла у Ходсита 10%. Вот это мне не нравится. То есть использовать его как-то вообще не варик. Танчик тоже можно подогнать. Пока ничего не происходит. Заходи. Что происходит? Pirate Support Lens. Здорово. Так, турели, значит, наши. И что, или нет? Раула Григос. Или Раула... Рауль. Раулио Григос.
We need damned experiments. Ваши эксперименты погубят нас. Нет, ребята, вас погубит ваша наглость. Вы выпустили вирус и убили всех нас. По крайней мере, мы заберем вас с собой. О, вирус? Какой нафиг вирус? Вирус detected. Какой-то вирус detected. Да мало ли этих вирусов, что ли, бывает. Так, мы в бой еще не вступили. То есть на следующий раунд это все дело начнется. Давайте посмотрим, кто у нас тут. Пиратская пипца у Мирмидона. Вертушка, у которой даже лопасти еле вращаются. Потому что, блин, вертушки в безвоздушном пространстве физически летать не могут. Если у них нереактивное двигло. Ханч с двадцаткой Мидрон и тремя двадцатыми рокетами. Это больно. Витворд, это так, чисто поржать. Блин, если Ханч пропишет кому-нибудь из них, это будет очень-очень печально. Тинкер-то я уберу подальше, а вот Энфорсеру, возможно, еще и в спину. Мать твою, вот это будет короткий бой, если сейчас Энфорсеру впишут. Карус, сходи сюда и потом укрепись. Ну, если, да... Думаю, вы понимаете, что если не спринтовать, а просто пешком идти, то в конце действия мех укрепится. Я предпочитаю укрепиться. А что-то куда-то... Что? Здорово. Бомбард О-13. Чё как? Это саппорт Лэнс, видимо. Что? Надеюсь, они не здесь. Клинт единственный с ночным зрением, да? По-моему, и Карус тоже обладает этой штукой. Ну-ка, ныкайся сюда. Ну чё, молимся, чтобы Энфорсер успел сбежать от Ханча. Ну, либо прописать ему люлей быстро. А, чёрт! О. Вы поняли, да, что могло бы случиться с Энфорсером? Хорошо, что турельки наши. Союзные. И у кого-то есть АМС-ка. А у кого есть АМС-ка? Где-то Point Defense был. А, вот, Advance AMS, все, вопрос исчерпан. Бомбард, значит, тут у нас есть. Урбо-танк с тампером. Здравствуйте. Не буду говорить запрещенную фразу, но вы понимаете, что он немножко зигует нам. Урбик может. Ему можно. Так, это 15-й тандербалты у бомбарда. Блин, если он начнет меня сейчас сжечь... то я тоже начну жечь, только стул. Праулер, да, у нас тут в спине. Вроде больше пока никого не вижу. Это саппорт Лэнс. Это 850 тысяч. Профита, если, конечно, удастся с ним совладать. Давай сбегаем, постукаем его в спину, если сможем. Да, должны смочь. У нас просто выбора нет. Приходится идти фул нагрев. На всякий случай один ермет выключу, потому что я чувствую, что этот бомбард не умрет и будет мне отвечать. Да, он даже не пробились. У него 75 брони в спине. У некоторых мехов такого даже в лице нет. Воу, полегче там. Чуть не поцарапал. Собственно, что, Витворту втащить? Блин, я порядок стрельбы не наладил, не настроил. Ну, это не критично в данном случае. Или Ханч... Не, Ханч-то опасней. Ханч та еще скотина, его надо гасить первого.
All info, отличные сенсора, пробки рулят. Я так понял, Винатор... А нет, Винатор еще не закончил. У него еще есть бомбочки. Ну, мы постараемся сбить Винатор следующим ходом. Придется рискнуть повернуться вот так вот спиной. В принципе, я в арку нормально попадаю. Брекеты. Вот такая вот точность у нас. Ну, потому что он почти не ходил. Оружие в руке, атака в спину еще плюс 2 точности. Ну, или минус 2 к сложности стрельбы. Шанс клина 26%. Почему 26? Все просто. Ганнери пятюня. Каждая единица ганнери. Так, эвейзив. Минус... Один минус 5. Вот, скилл. СК. Я не могу показать, но слева вы увидите это дело. В формуле, особенно если на паузу поставите. В общем... Каждая единица ганнери выше одного дает на 1% снижает шанс клина. И, соответственно, ускоряет расклинивание оружия. Это если кто-то не знает матчасть. С альфа-страйка мы имеем нагрев в лунном биоме почти полный, как я и прогнозировал. 29 нагрева, 42 у нас вот здесь, вот на этой черте. В принципе, нормально. Movement penalty 30 метров, минус 1 гекс ходьбы. Ну, что-нибудь мы с этим, я думаю, сможем сделать. Ну-ка, давай посмотрим. Минус мех. АЦ-20 goes brrrt. Спасибо. Огромное спасибо. 6 активаций у Феникса осталось. Блин, мать твою. Поиграно. Что мне так везет, а? Что за хрень? Гусем пропишем мы бомбарда, конечно же, потому что я его боюсь. О, полуторс отъехал, у него Excel-ка, видимо, была. До свидания, бомбард. Интересно, спину это было или нет? По-моему, в борт. Да, отсюда борт. Получается. 6 активаций. Да что ж такое-то, блин, ногу сломали. А вот еще какая-то гадость. 5Н, трибушет. У него, по-моему, 2.15 лурмы. Придется пробежаться вперед. И крайне-крайне быстро что-нибудь сделать. Ну, я могу Винатора Артемисом порадовать. Или даже Дедфайром. Чтоб наверняка. Перегрев, конечно, по-моему. Ладно, давай, поехали. Пофиг. Все, минус вертуха. Бомбами она в нас кидаться уже не будет. Пушечка удачно, конечно, отъехала в сторону. Она может сейчас в спину Витворта отработать, который еще не ходил. У которого, судя по всему, нет уклонения. Да, давай альфанем. Танки не греются. Но мы Витворта почти не пробили. А это вот как раз тот самый тренч-макет, который отстрелялся в спину Икарус. А у нас еще турельки свое слово не сказали. Блин, что ж ты ему ногу-то не оторвала, а? Ой, запулеметила вообще насмерть. Хоть бы одна пулька попала, что ли, я не знаю. Так, ту гадость мы убрали. Там пернутый урбик меня напрягает, но с ним как-то еще можно дело иметь. Разворачиваемся лицом сюда. Тампер. Если он Shape Charge не зарядит, то все будет хорошо. Развернулись мы сюда. Гасим вот это, чтобы не греться лишний раз. И начинаем ломать
землю. Окей. Точнее, даже камень. В принципе, Феникс здесь более-менее в безопасности он будет находиться, да? То есть мы можем спокойнее... О, заджамило ультру, к сожалению. Зато дает нам возможность остыть. Шанс разджама, к сожалению, здесь не пишется, но... Или пишется? Не, не пишется. Ну, неважно. Попали всем. И стриками, и таггером. Все хорошо. Спасибо, что в голову не попал. Так вот, здесь более-менее безопасно. Дервиша на аптечку посажу, и будет она здесь торчать. Нам нужно будет просто на втором этапе, на второй стадии этого блэкаута пойти вот сюда. Вот видите, здесь даже какой-то вот висит значочек. Ну, тут тоже турельки, тоже что-то произойдет. Либо будет высадка противника, либо нужно будет убить турели. Либо, ну, что-то из этого, короче. Я не помню. Там, скорее всего, нужно будет спасать базу от уничтожения. Очень быстро. Гусек или... Ну, гусек-то понятно. Танчик или трибушет. Трибушет далеко. Стрельба с помехами. Там сниженный урон пойдет. Еще Витвард живой. Но я думаю, танчик-то его доковыряет. Энфорсер мне пока нравится. И вообще, это одна из моих мечт, так сказать. Я всегда хотел собрать Энфорсера в Роктеке, чтобы, ну, чисто визуально он мне очень нравится. Хороший мех. Еще в ванилку я когда играл, он мне очень-очень зашел. Так, давай вот так вот встанем и убьем его. Я надеюсь, Friendly Fire не будет. Правда, альфит не получится. Но это мы вырубим, и нормально. Мне нравится Enforcer чисто визуально. Да и по слотам у него хорошие варианты есть. Из него можно собирать вот именно такого реально Enforcer, такого бойца ближнего боя. Мощного, опасного. И довольно-таки бронированного. Витворд какой-то серенький, покрасить забыли. И таки мечта сбылась. Энфорсера собрал. Какой-то вид. Хотя, если мы будем с Дайвионами бодаться, у них энфорсеров мы еще много наковыряем, но боюсь, что пока мы до них доберемся, у нас будут такие сложности, что там вообще энфорсеров не будет никаких. Мы про них забудем. А какие ассолты у Дэвионов, я, если честно, не смотрел. Надо лезть на Википедию, находить спаун-листы. Ты, главное, аккуратно его ломай. Мирмидона этого. Блин, кто там инициативу выиграл? Витвард. И чё, ты будешь упарываться по-прежнему... На, Дервиша решил. Твою мать. Не, Дервиша надо уже ставить на аптечку. У нее шок, снижена точность, стресс, все дела. Блин. Как же не вовремя, а? И вот так почти каждый бой. Я не знаю, почему они по головам получают. Либо я такой фартовый, либо одно из двух. А Праулер что-то очень крепкий, я смотрю. Мы это дело сейчас поправим. Я надеюсь. Нагрева нет, давай так и стреляем. Это было близко. Запаниковал скотина. Танчик пошел. Ты мне не трогай моего энфорсера. Ну, в упор пипса вряд ли будет работать. А он отъехал. Блин, Дервиш, Дервиш. Черт. Держись.
12-я инициатива, то есть перед ней сходят все, кроме Урбика, видимо. Очень грустно. Гоу сюда. Затагал, чувак паникует. А вот он, тампер. Немножко не туда, все хорошо, но под кушечкой поджег камень. Придется пушки немножко сейчас себе подпалить. Колесики. Нормально, трэнч-бакет окучивает клинта. Это нормально. Это не страшно. 4 активации осталось. Давай так сделаем. Иди сюда. Vigilance. Заряжай. Да, у меня закончились, к сожалению, дедфайры, но ты можешь зарядить вот эту. Альфануть в этого Мидрона уже. Мирмидона, простите. Сделать ему больно. И на следующий раунд я ее буду на аптечке держать. Я не хочу, чтобы она выпрыгнула, как это сделал кролик. Инсидиус в кролике в прошлый раз. И танчик должен этого Мирмидона добить. У Витворда и так уже... Хотя, блин, он довольно-таки много вооружения сохранил. Но у меня в приоритете вот эта гадость... Ну что ты? Может, хоть выпрыгнешь? Ай, спасибо тебе огромное. Человеческое тебе спасибо. Тут мы нормально разберемся. Клинт может это вытанковать, а потом дальше танковать придется и Карусу, Танчику и Энфорсеру. Там еще Урбан Танк. Но нам все равно туда топать. Эх уж этот Турбик сумасшедший. Так, что, мы ходим, да? Ходим мы, забегаем сюда. К сожалению, через через радиацию прошли. И чё? Блин. С нагревом проблема, вот чё. Придется потерпеть. Потом ход остывать. Ну все, не осталось брони на клинте, надо тренчбакет ломать. Я, конечно, могу там заныкаться за камнем, но ему ничего не мешает индиректом накидывать. А Enforcer с кушечкой там заняты не тем, чем нужно. 3 активации, отдыхай. Видите, она паникует, ее нужно держать именно на месте. Слышь ты, оптику сломала. Тварь. Нет, вот теперь я зол. Блин. Рано левый борт. Ну давай. Тебе, может, в радиацию стоило зайти, но... Блин, вот что это такое? Какого черта вообще происходит? Убей эту тварь. Все, вскрыта структура. Энфорсер может попытаться дотянуться. Ну, давай это сделаем. Спасай ситуацию, там же еще тренч-бакет. Наших бьют, обижают. Ну, красава, чё, затагал. Ой! Чё творится-то? Сам под собой поджёг землю. Снаряд чуть-чуть не долетел, бывает. Бывают в жизни огорчения, чё я могу сказать. Всё. Вирусы, шмирусы. Давайте попроще. О, спасибо, добили.
Добили эту тварину, остался один требушет, ну и один... И не один. Таргет зон. Один требушет, один урбо-танк. В общем. Пошли сюда, но, к сожалению, я сейчас не смогу альфить. Совсем не смогу, надо остывать. Клинта надо убирать. Ну, я вот так вот пройдусь аккуратненько. Вижиланс возьму. Чё там? 437. Медрейндж, да, нормально. Оставляем variable targeting в таком виде. Получил, скотина. Вскрыли мы ему правую ручку. Отстань! Тварь. Насчет эндостали не знаю, даже если она уничтожена, это не критично. Оптика очень грустно, потому что я не знаю, где брать новую. Ультра подъехала. Подъехала ультра, давайте посмотрим на ее арку стрельбы. Шансы более-менее неплохие. Я могу стрелять одиночными. На такой дистанции, но это никак не повлияет на точность, зато одиночный и не клинит. В ногу сотня прилетела, стрики ее добили, блин, мне нравится. Мне это нравится. Ты смотри, он таки попал в кушку. Отдыхай. Импрувд. Все. Живем. Живем. Прости, тебе придется по горячему... По горячей гадости немножко прокатиться. А, да, они очень не любят. Они сразу резко паникуют. Почти вскрыли правый борт. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Нужно Тинкера тоже спасать. От этого безумного танчика. Спасибо турелькам за это. Так, тренч-бакет сейчас будет валяться долго на земле. Это позволяет нам вот так вот пройтись. Аккуратненько, не подставляя под friendly fire нашего Икаруса. И попытаться его добить. Давай ЦТ. Я все равно там лут не выбирал, поэтому ничего страшного. Подойдем чуть поближе. Прицелимся как следует. Зарядим дуплетик. Расчехлим наши ермеды и прикончим их, падлу. Уф, я не могу дышать, кричит сержант из локал армии. Local Pirate Organization. О, ну, помянем. Дервиш следующий, видимо. Чё, рискнуть? Врубить хот-сит, чтобы до этого урбика быстрее добежать. Блин, если он дзынькнет... 10%. Ну, в принципе, и так нормально. Своим ходом перемещается неплохо. А, но это хода 3 займет. За это время этот урбик из нас выбьет вообще все, что можно выбить. Включим на разочек. На разочек включим. Потом выключим сразу же на следующем раунде. Турельки. Убейте его. Ну, хотя бы. К сожалению, клинта тоже я использовать не смогу на передовой. Благо, видит. Нет, клинт уже не видит нифига.
Просто пройдем и укрепимся. Думсдей не скоро тоже дать. Да, придется энфорсеру бедному. Там чуть ли не в одно лицо все это делать. Вырубаем нафиг. Баг с ходситом починили, когда он продолжал работать после выключения. Дервиш у нас стоит лицом. А, он продолжает добивать бедный мой танчик. Мерзкая тварь. За что ты его так не любишь? Мне не понять логику урбан танков, конечно. Может быть, они в принципе ненавидят всю бронетехнику, которая не является урбифицированной. Ну, кто же его знает. Так, добрались. Ну все, тварь, огребай. По полной. Ну, нет, пока не по полной. Если не сажать дуплетом, то нагрева на лунном биоме у энфорсера нет. Это меня очень радует. Прям капец как радует. Да, все хорошо. Дервиш у нас уже не должна выпрыгивать. Феникс из Дервиша. Буду надеяться, что обойдется. Так, ты куда там хочешь развернуться? Ну-ка иди сюда. А вот теперь делаем вот так. Премию заработали. Очень хорошо. Жалко, что мы потеряли танчик. Есть некий шанс, что танчик у нас выживет и вернется в строй. Жалко Тинкера, но это Ронин. Это не именной, так сказать, персонаж. В этом плане все тоже хорошо. Так что живем. Блин, то паникует, то не паникует. Это все чистый рандом. Ну, она, да, то импрув, то паника. Ничего страшного. Вроде бы, надеюсь. Так, Клинта я здесь оставлю. Правда, если пойдет атака с этого же направления, то умрут все. Unjammed. Прекрасно. Подходи сюда. Командор, мы рады вас видеть. Биолаб Дельта. Контейнмент бридж на нашем проекте. На одном из наших, наверное, объектов, а не проектов. Хотя, какой-то из проектов может быть. Короче, утечка у них там. И у нас все под контролем. И все-таки, похоже, мы слишком разозлили пиратских вотчеров, наблюдателей. Они хотят нас стереть с лица земли. Incoming! Там тоже у нас есть турельки. Нас должно уцелеть одно здание. Сейчас все сделаем. Все будет хорошо. Нам нужно вот этот ланс убить. И на этом мы закончим. Mortar Carrier, здравствуйте. Пократ, Холландер и Локуст. Или Локуст. Так, Клинт, понятное дело, да. Энфорсер, блин, Энфорсер уже там по центру бежит. Ладно, Клинта попробую сюда во фланг кинуть, а пацаны отсюда пойдут. Турельки-то у нас нормальные. Мне интересно. Да, тут по-любому тупо через центр бежать, иначе не успеем. Правда, им самим еще надо до здания добежать. Но у них есть мортирка, которую было бы неплохо утонуть. Тя, сфероидные мортиры, то такое. Ходить, не ходить. Ну вот сюда вот ходи. Вот сюда. Там поглядим. Энфорсер, да, гони сюда. В принципе, можно было бы хатсит прубить. Сделать на
2-3 гекса больше пройти. Давай. Попробуем. Вот сюда вот забежим. Потом сразу вырубим. Но так шутить нельзя, конечно. С ситом. Если есть не нулевой шанс крита, то рано или поздно он прокнет. Но тут уж ситуация обязывает. А теперь представьте, как пригорало у игроков, когда ввели вот эту систему кровотечения, ранения и всего остального. И при этом не было аптечки. Спастись от... Блин, как хорошо, Mortar Carry разнесли турельки сами. То есть единственное спасение от кровотечения — это катапультировать пилота. Либо на нулевом счетчике, на нулевом вот этом вот отсчете обратном он тупо подыхал. Все это очень грустно, неоднозначно, непонятно. Но, как видите, добавляет остроты ощущениям. Так, ну этим Локустом и Карус может заняться, а я, пожалуй, пойду вот сюда. Попробую Холландера сломать. Пократ меня не очень интересует. Без дуплета. К сожалению, промазал. Так, близко нельзя подходить. Это бешеные табуретки. Они могут и зачаржить. И эта бешеная табуретка так хитро встала, что без шансов, да? И в спину не забежишь. А если я зачаржу его в ответ? 35,7. Спасибо, не надо. Шансы мне не нравятся, а если я близко подойду, он мне устроит веселую жизнь. Так что лучше спринтануть как-нибудь там, я не знаю. Да, зря я клинта в обход пустил. В итоге вообще вне боя, оказывается. Хотя бы так, что ли. Сейчас еще виджиланс тебе дам. На всякий случай. Надеюсь, выдержишь один удар. Хотя, если он тебя уронит, будет очень больно. На всякий случай подтянись сюда. Ты мне понадобишься, если эта гадость побежит к чардж. И Карусу нужно будет спасать. Improved to unsettled. Хорошо. Даже уже не стрессует. Может быть, сейчас турельки добьют Локуста, но и маловероятно. Да, они разделяют, к сожалению. Входящий и исходящий урон. А вот это прям вкусно. В упор по лицу. И Икарус ходит первый. Ну, теперь держись, скотина. Теперь-то я тебя достану. Специально ныряю вот сюда в ямку, чтобы вон те ребята не могли мне в спину забежать. В случае чего. До свидания. Навязчивые насекомые. Холландер, ты куда? Вернись. Инсидиус с тобой не договорил. Блин, опять стресс. Ну ничего. Живем, живем, живем. Катгазм тоже живет. Больно, но терпимо. В чем минус атаки панчом? Собственно, вот я сейчас выберу целью вот эту штуку. Нажму панч. Панч — это удар кулаком. И, соответственно, мы не можем стрелять из вооружения, которое у нас находится в руках. То есть я не могу пойти в рукопашку и пострелять ультрой.
Это минус данной системы. К сожалению. Так, ультра включена же? Да, включена. Зато я могу сделать вот так. И ничего мне за это не будет. Мочите его, у него heavy gauss rifle, между прочим, если втащит, мало не покажется. Но, возможно, уже не втащит. А если я лутану ХГР-ку? Она слегка беспонтовая на самом деле. Решил укрепиться. Это печально, потому что я тогда не смогу... пробиться, постучаться к нему. Куда-нибудь в кокпит. Опять паникуют. Держись. Возможно, крайний ход у нас сейчас в этом бою. Все зависит от Инсидиуса и его точности. Он, походу, забыл про сенсора или что там, я не знаю. Я, конечно, подойду. Vigilance сделаю. Нет, это не дуплет. Истрики не стали стрелять. Но парень напрягся. Возможно, турельки его добьют. Он весь вскрытый со всех сторон, везде полностью. Hull Breach detected. Но... Уф. Он не стреляет, у ХГРа, по-моему, минимальная дистанция есть. Не, катгазм не видит. Карус тоже не видит. Ну, Enforcer это дело закончит. Как-то так вышло, что у этого нового меха прям полноценные боевые испытания. Он в центре... В эпицентре событий находится. Весь бой. Тут все просто. Идешь сюда. Встаешь вот так. И делаешь вот так. До свидания. И боевые испытания Enforcer можно считать успешными. К сожалению, остальным очень сильно досталось. Посмотрим. Полутаемся. Что у нас тут? 1,5 ляма, 850 тысяч бонуса. Если бы не они, я бы, наверное, Alt-F14-ился. Потому что, ну, не стоит оно того. Вообще не стоит. Вот этот саппорт Лэнс, который мне угробил танчик, угробил, искалечил Клинта. Это гадость. Феникс 20 дней курит и жива-здорова. Дервиша мы сохранили, к счастью. Катгазм жива-здорова. Есть криты в центре торса. Эндосталь сломана. Оптика сломана. Грусть, печаль. Эндосталь не страшно, я сфероидную поставлю. А вот оптика, это меня прям очень сильно печалит. Энфорсер ожидаемо всех сломал. Немножко в спину огреб, немножко в правую руку, но у него правая сторона танкующая. Тинкер, now killed in action, к сожалению. Насчет целостности танчика сейчас посмотрим. Ну что, будет новый пилот у нас кататься на бронетехнике. Бомбард. О, у меня есть куски бомбарда. 50-тонная дикая штука. Мортар Кэрриер. А у него три мортирки сфероидных, да? И он гусеничный, медленный, без брони. Он долго не проживет. Темпернутый урбан танк можно взять. Но он тоже гусеничный, тоже практически без брони. ХГР-ка. У нее нет минимальной дистанции. Таки у нее падение урона. 530, она короткая. Весит, как я не знаю что. Чугунные мосты не все столько... Не все бывают такими тяжелыми. И она очень сильно режется, если стреляющий перемещается. Если набирает пипки уклонения. То есть ХГР-кой нужно стрелять, находясь близко от цели и не передвигаясь.
что автоматически ставит нас в крайне неудобное положение. Вы видели, что с Дервишем делали, что... Как там, Клинта мы его фокусили. 3/8 сфероидных мортиры по 10 тонн весит. Патроны там какие? Артиллерия тампера у меня есть уже одна штучка. Тандербалты я использовать не хочу. Индирект плюс. Опа! Это лучше всякой бомбарды, я считаю. У Mortar Carrier Airburst простые гайдеды Инферно. Нет кислоты. Тампер Инферно у меня есть. Тонна. Тампер простой. 2 тонны у меня имеется. Я индирект забираю. Плюсовый. Да, детка, дали бомбарду. Спасибо рандому. И Инферно Тампер дали. Ну окей. Окей, хорошо. Давиан забрал Фугерес у No Faction, Комстар забрал Найштоль. Да, Тинкер, мы тебя будем помнить. А танчик починили, мне не дали танчик в лут, не вылезло сообщение о том, что танчик сломан безвозвратно, так что все хорошо. Тинкер была с нами, ну, относительно долго. 32 деплой, да ладно, 32... Я что-то не помню, чтобы я так много боев уже провел. Думал, максимум штук 15. 3 ранения, 24 меха уничтожено, 18 убийств техники, турелей, зданий и прочего. Хорошо, хорошая эффективность у нее была. Но, что поделать. АЗ у нас, да, пострадал, поныл и помер. Ну ничего страшного, Z к нам вернется. В следующей серии, как говорится. Мне Enforcer понравился. Бомбарду мы тоже соберем. Carrier мортирный я пока оставлю. Пусть повисит. Да, я еще отремонтировал шадика. Но он беспонтовый слегка. Его, наверное, продать стоит. А может быть и нет. На всякий случай я его оставил. Ханч примитивный есть, спайдер, вот он лежит, фаермод, вот он, все живы-здоровы. Ну и маки когда-нибудь я соберу. Дедуля пойдет с нами, будет нашим, как это, фетишем, не фетиш, как это, ну да, фетиш. Так сказать, передовые технологии на службе у науки. Прям нормально все. Хорошо обошлось. Можно будет нанять еще одного пилота. На Ку, кстати. Дай-ка я проверю, чисто на всякий случай. Да, Ку с нами. Крепкий танчик оказался. На Кушке будет катать Оширу, наверное. Либо Пентаху. Но Пентаху, не знаю. Она на Пантерке себя хорошо чувствует. А вот Оширу, да. Оширу мы отправим. На танчик. Добавится у нашего смуглого дядьки работенки. Уф, хорошо вышло. Я считаю, удачно. Могли гораздо сильнее мы огрести. Благодаря доп-лансу, доп-саппорт-лансу противника мы получили хороший гешефт. С чем нас всех и поздравляю. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось... Пишите, почему, что улучшить, что хотелось бы. Мы ваши все пожелания и замечания учитываем при планировании будущих каких-то там... При создании будущего контента, вот так вот скажу. Заходите к нам в Discord, пообщаться, поиграть вместе, вот это вот все. На Twitch тоже забегайте, стримы чуть ли не каждый день проходят, а то и по несколько раз в день. Все очень круто и весело. Увидимся в следующей серии. Всем пока!